А еще одна тема про удар с развороту, так называемый удар лошади у Широгири. Да? Изначально этот удар предназначен, чтобы бить про человека, который стоит сзади вас. Вот. Потом уже, когда люди начали развивать кумите, он стал применяться, мы его называем хвост. Да? Как научиться его бить? Нам изначально начинать с того, чтобы бить его, повернувшись спиной противнику, и хорошее упражнение, очень отталкивание. Мы ставим ногу ему на печень, чтобы привыкнуть, опираясь на пятку, и тут работа идет такая же, как плечом, как с крючке. Я возвращаюсь в стойку. Опять спокойненько ставлю. Да, и отсюда. Возвращаюсь в стойку. То есть изначально я ставлю ногу сначала здесь. И потом потихоньку перехожу в кибодачи. Отсюда. И потом потихоньку я уже готов бить из кумитедачи. Да? Раз. Да. Значит, момент, как отрабатывать. Мне очень нравится такая работа на мешке тоже. Изначально поворачивается дзенкутсу. Здесь, да? Потихоньку добавляем поворот. Все больше и больше переходя в кумите дачи. Ну, очень хорошо работает эта штука.